В Новый год и Рождество важен особый контроль за пожарной безопасностью при использовании гирлянд и пиротехники. О чем нельзя забывать при установке украшений новогодней елки, поговорим в программе «Город ТЭС» 22 декабря 18:15. Гость в студии Евгений Бадыгов, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности, Главного управления МЧС России по Самарской области.